Совсем скоро на ОККО состоится премьера сериала «Очевидное и невероятное». Эта картина снята по мотивам рассказов Кира Булычева. По сюжету самый заурядный, на первый взгляд, провинциальный город – Великий Гусляр. На самом деле уникальная точка на планете Земля, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок. Для местных жителей самое обычное дело – гуслярцы. Так привыкли к ним, что практически не замечают. Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр Эдуард Белинский. Когда-то в юности он уехал учиться и делать карьеру в Москву и теперь вернулся с твердым намерением рассказать всему миру о чудесах Гусляра и превратить его в туристический центр. А вот только гуслярцы совсем не готовы превращать свой уютный городок аттракцион планом мэра. Берется помешать Тимофей Молодцов, глава единственного ТСЖ Великого Гусляра. Он убеждает Белинского, что чудес больше нет, и объединяет жителей города в борьбе за сохранение аномалий в тайне. Задачу Тимофея осложняет то, что из ряда вон выходящие события происходят в Гусляре каждый день. Главные роли в картине исполнили Артем Быстров, Максим Лагашкин, Светлана Ходченко, Павел Любимцев, Александр Нестеров, Екатерина Кабак, Алиса Лазовская и другие. Премьера сериала «Очевидное и невероятное» состоится уже в первой половине 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.